Сегодня Россия отмечает День военно-воздушных сил. Это праздник всех пилотов и авиаторов. Он утвержден в 1997 году указом президента. Еще императорский военно-воздушный флот считался одним из лучших в мире. Под Москвой в 1904 году под руководством Жуковского был создан первый аэрокосмический институт, где готовили профессиональных пилотов. Для Самары 12 августа день особенный. Недаром город долгие годы носил неофициальное звание авиационной и космической столицы России. В годы Великой Отечественной здесь собирали истребители МиГ-3 и штурмовики Ил-2. Сейчас самарские предприятия также работают для нужд Минобороны страны. Здесь собирают военный транспортник Ан-140, в перспективе начать производство Ил-114. С Днем ВВС жители области поздравил Николай Меркушкин. Он отметил, что за время своего существования военно-воздушные силы страны прошли большой и славный путь и всегда вызывали гордость российских авиаторов, во все времена отличались мужеством, самоотверженностью, высочайшим мастерством и патриотизмом. Глава региона выразил уверенность, что экипажи стратегических бомбардировщиков «Самара» и Николай Кузнецов и впредь будут способствовать эффективному решению задач. Главное торжество еще впереди. По традиции праздник на земле и в небе отмечают в третье воскресенье августа.